Хорошо, спасибо, девушка. Дорогой Александр Александрович, пишу вам, и дрожит рука. Мама плакала, когда мы получили ваше письмо с фотографиями. Не знаем, как вам это удалось, но на них мой папа Василий Рогачев и мы с мамой. Позвоните, пожалуйста, для скорейшей возможной встречи. С уважением и благодарностью, Мария Ивановна. Город Новосибирск. Ну, наконец-то. Привет, Лид. Привет. Прости, пожалуйста, на кафедре задержали. Ну, понятно. А. Значит, ты ходишь? Ну, да. А Ванька? У мамы. Понятно. Так всем будет лучше. Ты же сам видишь, нет уже ничего. Если было вообще, зачем тогда? А как же теперь? Ну, хочется, чтобы как-то все у всех было хорошо. Вот. Ну, пока. Лид, может, я тебя отвезу? А, нет, такси вызвала. Там на сковородке ужин. Ключи. Сань, можно я Ван Гога заберу? Бери, что хочешь, Лид. Спасибо. Ну, пока. Алло? Алло? Да. Мария? Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Это вас Александр Балаконников беспокоит. Ой. Вам удобно сейчас говорить? Да-да, конечно. Послушайте, мы нашли могилу вашего отца. Правда? Да-да, она находится в Карпатах. Ох, Карпат. Нам нужно будет просто как-то заранее созвониться и договориться об этой поездке, потому что путь не близкий, да и ваша мама, она уже в возрасте. А можно вас спросить? А вы, Александр Александрович, часом не родственник подполковнику Толоконникову? Как вы сказали? Ивану Толоконникову, подполковнику. Вы знаете, он нам с мамой так помог. После войны разруха, бедность. А он словечко нас замолвил и... Нам жилье дали с мамой, комнату в общежитии. Мама ему потом писала, а адресат выбыл. Может, он служил с папой? Мы не знаем. Послушайте, Мария, простите, пожалуйста, мне неудобно больше с вами говорить. Алло! Да, спокойной ночи, созвоним с вами завтра, может быть. Да-да-да, всего доброго, до свидания. Здравствуй, Оля. Здорово. Как она? Тихая стала, молчит все. И есть не хочет.
Па. Ба. Ваня. Ба, это я. Санюшка. Как ты себя чувствуешь? Это первое. Обручальное. Ах, как мы танцевали с ним в то лето, Санюшка. Как мы танцевали. Я давно хотела тебе сказать. Ну, не надо потом. А ты что такой? А? Случилось что? Лида? Ушла Лида, ба. Ну что ж, на все Божья воля. А с Элли вы созванивались? А при чем здесь Элли? Ладно, поеду. Мне еще в дедов дом заехать надо. Зачем? Разваливается. Подать его надо вообще, прибраться там. Уже затянул с этим делом. Ты не едь никуда на ночь глядя. Нет, ты оставайся, я... Валя тебе постелит. Да ладно, бачу, я маленький, что ли? Саня, а ты не сердись на меня. Не сердись на меня, Санюшка. И помни, что бы ни случилось, как бы ни было, ты всегда помни. Я тебя очень люблю. Прости меня, глупую. Ба, ну чё ты? Ба, ну я же здесь, я рядом. Я туда и обратно. Храни тебя, Господь. Ангел мой, не знаю, как объяснить. Всякий человек, говорят, имеет право на ошибку. Моя стоит слишком дорого. На моих руках кровь. И это не кровь врага, а кровь беззащитного, раненого и
самое главное, своего. Хоть и дезертир. Больше сказать ничего не могу. Знаю только, что такого меня тебе любить нельзя. Он был тяжело ранен, а капитан его застрелил. Батя говорил, что проклятый был. И меня тоже проклятым называл. И тебя тоже. Что-то кто-то ему нашептал там о бабах. Мол, не видать нам толоконников настоящей любви и жениться на нелюбимых. С малолетства мне гад внушал, мол, полюбишь кого, беги, иначе несчастья придут. Такое вот проклятие. Каждый год присылал по кольцу, как будто говорил: я не забыл, я люблю, я рядом. Я звонила. Связи не было. Тут дарственное. На все. Вчера такой клиент был, он много ставил. Так что завтра. Да. Ах, Егорыч, с тебя пенин накатило. Когда у тебя трейлеры на границе застряли, ты что говорил, а? Вот теперь ты решай. Твоя юрисдикция, ты решай. Да, и передай Боре, если... Чего? Я говорю, передай Боре, что я все помню. А если он хочет, чтобы я забыл, то пускай поможет. Понял? Все, пока. Не подходи ко мне! Не подходи! А ты останови меня. Что тебе надо? Я хочу домой. Родная, я... А я не хочу видеть тебя дома, понятно? Я устала, все, отстань от меня. А я не устал? Ой, у меня голова болит! Ой-ой, давление! Ты неплохо утешался! Пусти! А я машину захочу, пущу. Пожалуйста.
подавись. Дом тоже мой. И вообще все, что у тебя есть, все мое. Я освободилась и могу уже подъехать, в принципе, если ты свободна. Девушка, вас подвезти? Марина Алексеевна! Марина Алексеевна! Коля, Коля, дурак! Не трогай меня! Ну все, давай! Ты мне должна наклейки Pinks, помнишь? Да, помню. Вот это хорошо. Ну как, запомнила Соня? Точно? Да, точно. Ну все, давай, до завтра, пока. Привет, мам. Привет, пойдем. Как ты не опоздала сегодня? Ну, я очень старалась. Мам, ну когда уже, скоро? Что скоро? Ты же обещала, что мы к бабушке поедем. Ну, обещала, значит, поедем на каникулах. Пойду я. Если что, звони. Давай помогу. Да ладно, сама справлюсь. А перстней не брала, она с меня слово взяла. Там все на месте, можешь проверить. Сашенька, я страшно виновата перед тобой. Мне надо было сказать тебе сразу, но я боялась. Ваня Толоконников твой дед. Единственный человек, которого я любила, и он любил меня всю жизнь. Кольца просто отсчитывали годы нашей любви, 52 года. А когда в 1990 году кольцо не пришло, я поняла, Вани больше нет. Моя жизнь замерла, я заперлась в этом доме и просто ждала смерти. Но потом появился ты, ты был как ангел, как посланник от моего Вани, такой похожий на него, такой родной. Ты стал моим внуком, моим сыном, я люблю тебя. И только одно прошу сделать для меня теперь. Проездом или как? Да нет, я вообще-то к тебе. Лида с тобой? Нет, ее со мной нет. От тебя. Серафима умерла. Мне жаль.
Кольцо тебе завещала. Ты знаешь, Саша, я, наверное, не приму. Почему? Она же тебе нравилась как-то, разве нет? Муж, наверное, будет против. Нет. Не будет. Спасибо. Как дочь твоя поживает? Нормально. А твой Ванька? Да, нормально все, спасибо. Ну ладно. Лидке от меня большой привет. Пока. Пока, Эль. Нарисовали сердце и разделили его пополам. Ну, одно сердце на двоих, сама понимаешь. Садись, пожалуйста. Дружба до гроба. Мам, а что лучше, дружба или любовь? Тарелку давай. Ну, мама. Я не могу тебе так сразу ответить. Мне надо подумать. Ладно, думай. Ешь, приятного аппетита. Спасибо. Любовь, когда закончилась? Ешь, пожалуйста. Ем. Мам, ну ты вовсе как маленькая. Я читала в энциклопедии, которую мне папа подарил, что любовь проходит через 4 года обычно. Хм. Глупости это все. Ничего не знаю. Это ученые замерили. Ладно, не хочешь ничего говорить? Я в воскресенье у папы все спрошу. Я сейчас тебе кое-что покажу. Смотри, что мне подарили. Колечко. Угу. А от кого это? А у этого колечка очень странная история. Интересно. Если будешь себя хорошо вести, я, может быть, тебе расскажу. Ешь давай. Вы с папой навсегда развелись. Тебе со мной плохо? Нет. Просто в доме же должен быть мужчина. Спокойной ночи. Ванек, стоп!
отлично! Оп. Ну, так интересно! Сейчас! На! Бью! Оп, ловлю! Так, давай! Ванька! Красавец! Вань! Папа! Сынок! Привет! Ну как ты? Привет! Как дела? Нормально! Ты футболист, что ли? Ага! Здравствуйте. Александр. Вадим. Способный. Думаю, в секцию его отдать. Правильно. Это хорошо. Пап, а поиграешь с нами в футбол? Ванька, давай чуть позже, ладно? Угу. Сейчас с мамой поговорю. Давай двоечку. Бам, бам. Молодец. Сейчас пойду с мамой поговорю, потом с тобой в футбол поиграем, хорошо? Да. Ну, давай. Давай, пас! Оп, оп, давай! Оп. Оп, оп, а, молодчина! Давай, давай, давай! Здравствуй, Лида. Привет, Сань. Ваньку видел? Да, на поле там играет. Ты знаешь, мне кажется, он все понял и принял. А у него разве был выбор? Ну, не злобство. Да нет. Я не злобство. Нормальный мужик. Положительный, конкретный. Ты из меня все время такого хотела сделать. Ну, дура была. Как ты? Нормально. Слушай, Лид, хватит там по съемным квартирам мотаться. Я вот съехал, можете заезжать или сдавать. Как хотите, сами разберетесь. Спасибо. А куда съехал? К Серафиме? Угу. У нее жить буду. Сам? А с кем же? А ты знаешь, что Эля с Максом разошлись? Давно. Да уж полгода как. Я думала, ты в курсе. Нет, я не знал. Слушай, Сань, там в Карпатах... Лид, пожалуйста. Не надо. Прости. И ты меня прости. Пока. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте.
Но каждый год она получала колечко. Это оно? Ну, я ж тебя не обманываю. Оно, конечно. Ну? Только она думала об одном. Если кольца приходят, значит, он жив. Значит, он где-то рядом. Вот такая вот история. Нравится колечко? Да. А можно померить? Можно, только я его снять не могу. Лежи. Доченька моя, солнышко мое, здравствуй. Папа! Ну, здравствуй. Здравствуй, моя девочка. Ну, иди ко мне, ну. Ну, иди ко мне. Папочка! Иди ко мне, моя красавица. Я тебе подарок принес. Спасибо. Пап, пойдем, я тебе покажу свою лучшую подружку. Ой, туфельку потеряла. На. Пошли. Здравствуй. Пап, пап, смотри, это моя лучшая подруга Женя. Я ей готовила недавно. Вот. Ой, ой, а можно попробовать? Да, можно, конечно. Пап, а я думала, ты понарошку. Оно из пластилина. Во, во, во. Соня, беги наверх. Дай пообщаться с дочкой. Наверх, девочка, ты слышишь, мама, что я сказала? Люби. А где мои ракетки? Ты не видела, где мои ракетки? Алло. Алло, ты извини меня. Так все по-дурацки произошло, я тебе даже кофе не заказал. Я просто... Серафима умерла. Мы с Лидой разошлись, и у Ваньки появился отчим. У Вани отчим? Алло, кто это? Это Соня. Ваня – это мальчик, с которым мы познакомились в горах? А позови маму, пожалуйста. А вы кто? Я папа Вани. Понятно. А мама не может сейчас подойти. Она с папой мирится, потому что у них есть общий ребенок, и они должны жить вместе. Всего хорошего, до свидания. Откуда у тебя кольцо? Чье это кольцо? Понятно. Не хочешь говорить? Дай мне телефон. Даю маму. Да, мам, привет. Что случилось? Вон там, наверху, его похоронили.
Вырезали крест. Но ни даты, ни имени, ничего нет. Так наказала моя бабушка. А потом ушла сама далеко в горы. Там, где ни немца, ни нашего отродясь не было. Я малую бегала к ней. И она мне рассказывала, что того капитана, который его застрелил, она прокляла. Ну, не прокляла, конечно. А так в сердцах наговорила, как мы, бабы, можем наговорить, когда оно болит вот тут. Но потом всю жизнь жалела. Всю жизнь. Она мудрая и очень добрая была. И могла видеть, что будет. Если бы я так могла видеть, я бы никогда не пустила своего мужа с сыном в дорогу. А что с ними? Они ехали машиной, и на них обрушилась лавина. Саш, вы не мучайтесь. Вы доброе дело делаете. Да. Приехали. Сказать? А надо ли? А что ты здесь делаешь? А ты? Тихонечко, тихонечко. Я приехала на могилу деда. Какого деда? Это вы, Александр Александрович? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А это вот мама моя. Очень приятно. А это дочка моя, Елечка. Угу. Это вот Елена, она... Ее бабушка прятала вашего мужа. Ой, спасибо. Спасибо, деточка. Мама. Спасибо. Васенька, как далеко ты забрался, но я все равно тебя нашла. Но я все равно тебя нашла. Его не могли похоронить не тайно. Он ведь беглый был. И его приговорили свои. Как вы его нашли? Бог помог. Бабушка столько лет искала его. Спасибо тебе, Саша. Эля, можно тебе на минуту? Эля, ты знаешь, кто убил твоего деда? Иван Толоконников, мой дед. И кольцо, которое ты носишь на пальце, это подарок его невесте, Серафиме. Только он не женился на ней, потому что совесть его мучила. Потому что считал себя проклятым.
убийцей. Прости. Отец Александр, посмотрите. Что там за пожар, матушка? Гляньте. А? Что это? Это кольца. Упокой, Господи, души усопших, раб твоих. Иоанна, Серафиме, Василия. Прости им их согрешения, вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное. Снимается. Я люблю тебя. Я тоже.